Блин, Бонни, так почему ты все-таки ешь эту морковку? Фредди, я же сказал, что я не знаю. Просто она же мне нравится. Да ты уже надоел со своей морковкой. Каждыми днями просто ходишь и ешь, а больше ничем не занимаешься. Не играешь ни во что. Вообще просто, тогда выметайся из нашей пиццерии. Что ты сказал про мою морковку? Ну и пожалуйста, вот выйду из пиццерии, ищите другого друга. Вот и пожалуйста, и все, я ухожу. Поменьше морковки тут будет. Пока. Эх, Бонни, не смотри ни на что. Надо уходить. Пока. Поменьше тут морковки будет. Спустя пару минут. Так, ну и сейчас я буду находить нового друга. Ну что ж, давайте-ка сейчас найду. Спустя полчаса. Ну заходи, новенький, не стесняйся. О, привет всем. Блин, прикольно у вас тут. Интересно, чем займемся, Фредди, или как там тебя звать? Блин, слушай, а как тебя звать? Если честно, когда я стал аниматроником, то, блин, я не помню свое имя, короче. А как ты меня хочешь звать? Не, ну вообще, ты очень сильно похож на аниматроника Лефти. Поэтому давайте я буду звать Лефти 0.2. О, ну ладно, отличная идея. Так все-таки чем займемся? Слушай, Бонни. Ой, фу, Бонни. Лефти 0.2. Мне как-то не по себе. Можешь выйти из комнаты. Я хочу посидеть пока один немножко. Эх, ну ладно, понимаю, дружище. Хорошо. Блин. Интересно, зачем же я прогнал Бонни из пиццерии? Блин, что же мне теперь делать? Может мне ему позвонить? Блин, так и знал, трубку не взял. Блин, все-таки я неправильно поступил. Интересно, что же мне теперь делать? Ну а пробу смотри в следующем видео. Кстати, она будет за 4 лайка, поэтому набирайте. Блин, все-таки опять не разбираюсь, как выключать эту запись-то. Блин, а Бонни-то надо вернуть. Блин, да как эту запись-то выключить-то, а?